От университета до маштехникума без пересадок. Оптимизация столичной троллейбусной сети продолжается. С 10 февраля в Чебоксарах изменяется схема движения некоторых маршрутов. Протяженность обновленного 14-го маршрута 35 километров. Время круга почти 2 часа. Таким образом, будут соединены два крайних района Чебоксар – Новоюжный и Северо-Западный. Исчезнут и пересадки. Я живу в Новоюжке, обучаюсь в Северо-Западном районе. Мне это будет, скорее всего, доме добираться до учебы. Очень выгодно людям. Легче будет доезжать до работы. Меньше будет как бы стрессов, меньше будет нервов. Люди спокойно будут ездить. Удобнее станет и жителям южного поселка. Девятки вернут старый маршрут. Вместо центральных улиц и конечной Красной площади троллейбус снова будет курсировать через улицу Гагарина. Сделано это по просьбе жителей. Анализ, так сказать, эффективности работы этого маршрута показал, что мы за этот период теряли практически 15% пассажиров. Были обращения граждан, проживающих особенно в районе улицы Гагарина, и поэтому сегодня он идет вот таким образом. Ждать долго на остановке пассажирам не придется. Интервал движения в часы пик 4-6 минут на 14 маршруте и 6-8 минут на 9. Считаем, что эти изменения дадут возможность жителям сэкономить денежные средства и оптимизировать затраты троллейбусного направления.